Так что вы здесь делаете? По одной легенде, в джунглях Амазонки есть дерево, способное вылечить любую болезнь. Однако, попав в дурные руки, оно может навлечь ужасное зло. Я убеждена, что легенда правдива. Очень зря. Я найду его. Конечно. И вот тогда ты представь, сколько жизней можно спасти. Я искал это дерево дольше, чем кто-либо. Прочесал все деревни, все острова. Тщетно. Ты ищешь то, чего не найти. Но у тебя не было ключа. Может, ограничимся туризмом? Слонов посмотрим. На Амазонке нет слонов, и они мне даже не нравятся. Слушай, всем нравятся слоны. Что главное знать о джунглях? Все, что вы видите, хочет вас убить. И может. Спокойно, они чуют страх. Я не боюсь тебя. Господи. Кому нужна подлодка на Амазонке? Огонь! Эльфред, ты куда? Прощай. Хватайся. Держись! Зацепился? Сейчас. Ну же! Зацепился. Отцепился. Хватит, оставь меня в покое, это какой-то кошмар. Вышло слегка не по плану.